Ну что, друзья, всем доброго времени суток, с вами студия Рухаб, и продолжается эфир, в общем-то, девятой недели Мультивайбс, прошу прощения, ну, немножечко стоял флешбэк, но с вами по-прежнему Александр Декрэн и Андрей Нишарат возвращается в вечернюю продленку. Сань, вечер добрый, нас с тобой ждать сегодня интересный матчап, начнем с Форс, в общем-то, Эпикс, давай расклады. Так, секунду, понял. Андрей, ну. Приветики. Приветики всем. Вот, интересные матчи, форзы с самого начала, ну, с самого нашего начала, во всяком случае, это не может не радовать, будем болеть сегодня за Спартак. Где-то здесь у меня, опа, ФКСМ, за Спартачок, болеем. Ясно, ребята. Бан, ясно. Вот, и, в общем-то, будем поддерживать, разумеется, команду Форс. Ну, я думаю, сегодня никто в чате не будет говорить о том, что мы поддерживаем, ну, во всяком случае, я поддерживаю команду Форс или что-то еще, потому что у нас здесь играют наши СНГшные ребята против не СНГшных ребят, поэтому будем стараться поддерживать, будем биться до конца. Спартак, Москва. Не понял. Вот так. Не понял. Что-то я тебя слышу как-то по-другому, как будто ты громче стал. Ну, нет, тебе показалось. Тебе показалось. Не, просто у меня винда решила накрутить громкость микрофона, но ничего страшного. Ну, винда правильно делает. Я уже это исправил, не волнуйся. Вот, ну и что, друзья, мы в Counter-Strike, собственно, что, пистолеточка, карта Денюк. Первая карта для нас с вами будет в рамках этого BO3. Ее взяли себе Apex, Force взяли DDoS 2, и десайдером, если потребуется, будет Мираж. По Нюку за последние 3 месяца 53% винрейт, 15% карту Apex, 60% винрейт, 20% карту команды Force. Ну и погнали смотреть, значит, на раскидке Алмазер был в атаке. Защита Экис со Смоком и Дефузами, там заход через дверь очень большой такой вот, да, скопление получилось. Команда Force здесь, но они просочились винты на Б, и к этому отчасти Apex не готова, хотя Деннис играл вроде как в позициях. Ну, бомба установлена, как бы все нормально, здесь секси пауэры не ждут. Ну, вроде чекали, но толку-то от этого, если секси пауэр, ну, просто разваливает кабинеты одного и второго здесь. Фейскрэк закрывает груз, ну и слушайте, это, походу, пистолетка. Пистолетка за ребятами из команды Force будут начинать для себя хорошо, будут начинать себя уверенно для себя. И напомню, друзья, что это не пик команды Force, это пик команды Apex. Форзы себе взяли Dust второй. Но там поэтому с мапом здесь сложно, очень часто пересекаются опять же таки, да. 2-0, Форзы. Ясно, ясно, друзья. Ну, а пока могу сказать, что коэффициенты от наших друзей при матче набили первую карту. Это BO 3.375, Apex 1.25, Force соответственно. Но также, если вы новичок, хотите разнообразить эффект от просмотра событий, то кликайте по баннеру под трансляцией, приходите к нашим друзьям из приматча. Вот эти приятные бонусы, знакомьтесь с шикарной лайфлинией, множеством событий и разнообразием коэффициентов. Ну, а если говорить про КТ-ориентирование на нюке, то для тех и для других КТ доминирует 60% у Apex и 59% у Force соответственно. 1.25 дают на команду, которая не пикнула эту карту. Смекаете, это говорит, да? Только о том, что это что-то с чем-то, друзья. По силам, разгром абсолютно какой-то нереальный должен быть. Вот, сегодня, вы знаете, у нас получился у наших коллег спидран такой на первой матче. Мибры, я, если честно, не видел матч, я спал еще. 16-1, 16-6. Ну, я понимаю, да, счет видел, матч не видел. Вот, что-то с чем-то там вообще как-то, что там мибры вообще придумали в целом. У меня прям большие вопросы, и от 9to5 тут недавно отлетели, в общем-то, на турнире, и здесь уже отлетели от... Ну, Mad Lions хорошие ребята, это никто не спорит, но не так разгромно же. Чудеса. Крэги, фигово слышно, вы серьезно? А за такое можно? Я быть? Могу вот так вот, конечно, сделать. Это... Сделать вот так вот поближе. Нет, не надо, не надо. Просто я что-то смотрю по уровням, странно, но ладно. Ладно. Просто мир сошел с ума. Это фейк-инфа какая-то, мне кажется. Фейк-инфа. Ну да ладно. Ну я вот так вот привстал немножко, вот, к микрофону. Я просто лежал, отдыхал на кресле. Just chill. Ну, вот. Ну да, да что-то спина у меня все. Я на, вот сижу у этого, мы с тобой об этом поболтали. Вот, я в итоге криво сижу. Я старался, короче, обычно сидеть, но не получается. Ну тогда буду ломать буду спину. Буду бить тебя палкой, получается, так? Может. Похоже на правду, да. Вот, как у вас дела, парни? У нас задержки нет, видите, мы с вами на этой, на короткой руке. Да. На одной волне, поэтому пишите. Народу пока немного, в общем-то, потихонечку просыпаемся, ждем фанатов Форза.
Вот, ну и я не знаю, мне кажется, такими темпами, пока фанаты Форс будут подходить, у нас закончится матч. Ну ты зря, конечно, спишь со счетов команду Apex, это ребята, которые очень опасны порой бывают, но если говорить на чистоту, да, действительно, господин правда на аутсайде пока с дигла не находит ни единого минуса, форзы особо не меняют, да, сетапчик как уничтожали с пистолетами, фармганами и прочей историей, так и уничтожают. Забавно, что Фейс как делает минус юспа, а не с фармгана, что как бы тоже немножечко в минус по экономике уходит, но сейчас дополняет еще парочками минусами, да, и вот, соответственно, в общем-то, Грасс. А что ему тут делать? 1-5, постараться 1-2-2-2 зацепить, мазер пал, но... Флит разменял 3-0, Форс пока, ну, немножечко доминирует. Кстати, интересно, что через 17 минут Спартак начинает играть. И в итоге Спартак будет в двух, ну, минимум в двух, я не знаю, может быть, как-то еще где-то параллельно играет. Это футбол, это КС. Знаю, что есть еще различные дисциплины другие. Ну, вот точно видел Фортик вроде как. Не знаю, что там с ним сейчас. Вот, знаю, что по какому-то Лолу, наверное, еще есть. Но это вот за тем, чем я не очень слежу. Вот. Ну и интересненько. Интересненько. Разумеется, будем глядеть, будем смотреть. Ну, а тут у нас бай-раунд. За... От фарзов груз пережимает все пауэра. 5-4, большинство начинается. Но опять бы продали. Опять Б продают, ребята из команды Apex. Тут трусу просто... А, нет-нет-нет, все нормально. Вкидывается смог, хаешечка под ноги фейскрэку. Фейскрэк живой, фейскрэк живет. Но там 4 в 4 размен фита. Мне не очень нравится дефенс, когда вы отдаете Б-плент. Вот реально мне не нравится. Как у нас играли... я просто отмечал тоже такой же схожий момент. Нави Джуниор играют. Когда они на Дасте втором отпускают Апленд полностью, а потом его ретейкают, мне это тоже не очень нравится, потому что это в большинстве своем не реализовано абсолютно. Вот смаг 10, посмотрите, что Джерри творит. А там время-то идет, вы понимаете? Все это время, идет время. Как бы это ни звучало, но так оно и есть. И тут прижимает флит, пожалуйста. То есть никакого абсолютно успеха команда Apex себе не приносит в этим раундом. И вообще, в целом, когда вы отпускаете плент, это хорошо, если вы, например, сделали фраг, и вы отпустили плент, потому что вы в большинстве и знаете, что можно ретейкать. Но когда вы просто тупо не играете Б-сайд, потому что... А почему вообще тоже вопрос? Ну, мне кажется, нужно что-то в жизни менять. Лады, это все-таки нюк. Да, действительно, в Apex как-то пока совсем защита не клеится, хотя их собственная карта и форзы берут тайм-аут после старта 4-0, вот это уже тоже сильное заявление. Но иногда ситуации требуют решений, и, в общем-то, затраты у Apex сейчас, да, стараются как можно меньше устраивать здесь, но, видим, мы не такие уж и серьезные финансы. С другой стороны, лосс-бонус максимальный, и, в принципе, все должно быть в порядке. Форзам очень важно не оступаться на подобных пистолетных закупах от Apex, и, возможно, все действительно пойдет хорошо. Но 4-0 со старта — это крепко. Ну, реально. Осталось лишь только там шестерочку, видел семерочку. Первую карту, как закончили героики с G2? 25-23, 48 сыгранных раундов. Жесть просто. Видишь, там же 10-0 вел. Ну вот, закомбычили, по всей видимости. Я не знаю, если честно. Сейчас я гляну. Нет, 9-6, там первая половина была. А, значит, я другой скриншот перепутал. Сорянова, там на тренинге было, естественно, да. Ну, ничего страшного. Поэтому 48 сыгранных, причем херойки оказались сильнее. Интересно, друзья, конечно, чудеса случаются, но тут пока форзы. Форзы выигрывают 4-0. Ну и пока это все дело весьма разгромно. Возможно, у нас сегодня, не знаю, будет какой-нибудь день разгромий. Я тебе больше скажу, у нас сегодня день СНГ, потому что нам с тобой точно два матча с СНГ командами выпал. Так что... А у нас второй винстрайк против... Да. Ну, против кого? Давай, давай, давай. Ой, я не вспомню. А что так, а? Не можешь? Дигнитас тоже остается. А, точно, точно, Дигнитас. Старички. Ну, кстати... Тоже не ясно, да, что вообще ожидать от этого матча. Ну, наверное, победа Дигнитас, скорее всего. Хотя тоже не ясно. Минус от Фейскрэка тем временем. Марселиус отлетает на аутсайде. И, в общем-то, ну, пока все хорошо. Фарзов по-прежнему сохраняется преимущество. Играют вот так вот. По стрельбе не проседают. Ну, вот разве что сейчас, да, Экис флита подбрил, но Джерри разменял. Да, 4 в 3. Фейскрэк заметил здесь игрока на девятке, будет заходить в секрет, ну и перетягиваться на Б, здесь трус.
Труса не заметили, решил отойти чуть-чуть, но здесь будут его проверять по такому таймингу. Нет, не будут, но теперь услышали выстрелы. С дигла это не очень-то и легко так попасть с первого патрона. Ну и 4-2, здесь пятый раунд форзы закрыт, 5-0. Пока очень уверенно, вы знаете, весьма. Александр, а вы такой Фос... уверенный? У вас, видимо, стрим вперед бежит. А вы не хотели бы на секундочку полторы так это... А? Хотя да, можно. Две секундочки чисто. Но... Ну, сейчас давай бомба закончится. Я тебе 100% говорю, 2 секунды. Стопори. Ну а чё, надо же... Вот после и засинхронимся. Давай. 2 секунды. Я застопил, плюс-минус. Ну и всё. Плюс-минус. Чей пик? Пик Апекс. Дружище, пик Апекс. Хотя по игре кажется, что нет, но, друзья, такая вот история. Да и коэффициенты от наших друзей при матче уже 5.55 на Apex 1.12 на Force соответственно. Первая карта этой BO3 серии. Выглядит весьма убедительно. Вот смотри. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Да. Ну я же говорю, у нас с тобой 2 секунды. Ну типа ты какой-то... Больше даже. Ты какой-то читер. Секунды 4, наверное, по итогу. О, фига. Угу. Вот, поэтому да, мы люди скоростные. Мы люди... Гоняем. Быстрый так, мобильный еще. Получается. О, еще какой. Самокатный. Ну что, очередная закупка для Apex. Нужно что-то поменять. Пусть этап увидим контроль аутсайда от Дениса. Марселиус на Хелоне. По два поинтам еще два опорника. И соло-рампа в исполнении Гразы и не более того. А, Марселиус сканирует раскидки, но пока ничего такого нет. Флит. Детектит там через окно, просматривает. Но, к сожалению, окно синее. И через тонировка синее окно... просто, понимаешь? Да, их же да. Запретили вроде. А? Затонировали здесь, затонировали окна. Но пытается там просмотреть через эту тонировку. А кто-то внутри сидит, говорит, эй, отойди от окна. Чтоб пришел Марсилиус, закрывает все пауэры. 5-4, большинство за Апекс. Ну что, есть попадание от Марселиуса, Алмазер также отлетает, и, возможно, начиная с этой закупки, история как-то изменится. Ну, то есть, выглядит так, что действительно Форс пока не подошли серьезно к вопросу этого раунда. Ну, у них уже есть 5, они могут веселиться понемножку, по чуть-чуть. Капельку, капелючечку. Вот. Ну вот, конечно, если выигрывать... Я помню вчера... Кто-то играл у меня в последней паре, все уже знаешь, как мешается, Дигнитас... Дигнитас Эвис, ну кто же еще? Авезы, да, вот, ну кто же еще, как будто, не знаю, этот матч... Я все помню, чемпионата мира. Я все помню. Вот, тут, кстати, да, бомба устанавливается, 2 в 5, ну что, надо разыграть, наверное, как думаешь, смогут? 2 в 5, смогут? Извини меня. Да изи вообще, чекай. Там по хп эсколько тяжело, и вот уже как бы, да, стреляется с коротким, оп. Забирает эйки за ок. Флит закрыт в позиции, то есть длинного получает по голове от Граза, падает не в эйскрок, да, и первый раунд за Эйпекс. Ну, с другой стороны, дали поставить бомбу, экономика и вот это все замечательно помогает команде Форс. Вот, история, да, выигрывали вчера Дигнитас 15-5 на нюке. Такие парни веселые, такие, а, вот это мы, конечно, красавцы, такие, дай пятюни, 15-5, просто вот так разваливаем вообще, чисто по фанчику. Проиграли 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, они такие, блин, что-то не то, надо паузу поставить. Поставили одну паузу, две паузы. 11-й, 12-й, такие, думаем, блин, вообще какая-то фигня, давайте еще две паузы поставим, 15-15, довели до допов. Проиграли 16-й, 15-16, я уже думаю, ну да, Дигнитас, приехали. А потом такие еще одну паузу взяли, и такие, погнали, парни, и 4 раунда в ряд взяли. Вот, такая вот история. Так, а сегодня же, по-моему, плюс-минус та же приколюха со спады была. У спады вообще какая-то обилка есть, но это потом. Джерри закрывает, правда, уже 5 в 3. Снова, возможно, единичный раунд какой-то возьмут Эпиксы. Ведут у спада там 15, сколько? Ну вот, открою я сейчас матчап. Вели они... Ох-ох-ох-ох-ох. Сейчас открою, да. Против АДЖФ, да? Угу. На первый, на второй? На первый. Это я смотрю просто, считать не могу. Сложно. 7, 10, 15... 14, 5 вели, короче. Ну, даже 15-5. Ну, потом 16-14 кое-как выиграли. Нет, 15-5 не было. Было есть, 15-6. Там 15-6. Ну, не суть важно. Тут пока, кстати, фарзы и фулбайты разносят. И закинули. Ну, вот видишь...
Что Дигнитус, что Спада, к слову сказать, вчера борьба-то крепкая тоже была, да? Никил и Спада с Дигнитус. Ух! Жалко, ты не видел. Ну, я... DDoS фида мне не позволил посмотреть. Нет, я видел, как это, я смотрю, ну... То, что ты показывал, я пытался посмотреть, во всяком случае, да. Это был вот. Шок. Но чатик там, конечно, старался. Я причем сижу, никого не трогаю, вот, снимаю тиктоки, вот. А тут Андрюх пишет такой: «Санек, у тебя Фит живой?» Ну, я такой: «Ну, надо посмотреть». Да, да. Вот. А Фит не жив, понимаете, в чем проблема? И не только у нас, так что все было замечательно. Но, благо, сегодня пока без проблем, наши коллеги уже отработали, так что тут... Осталось отработать в команде Epix, еще множество раундов, Марселиус пока опенул, Мазер падает, Флит забирает Экиз, и вот туда базы еще бы правду как-нибудь здесь выбить. Оу, май, Джерри прыгает, но за счет этого и умирает, как и Ксе, кстати, и снова 2 в 4. Да, Марселиус, ну как это так-то, ой, и дабы парни. Флит, так вот парни, вы чё там? И да сейчас... куда? О... В смысле? Ой, вообще жесть. Груз пас 2 в 4 вообще легчайший для фарзов. Ну, конечно, груз еще может такой сказать: парни, вы давайте это... Чё, разбежались-то куда? Давайте забегайте обратно, как говорится, и я второй раунд возьму. Ну, они на Б ушли, да? Насколько я вижу по минимапе. Ну, во всяком случае, нет, плане не дают. Нет. Кто на Б? Луна. Ясненько. Квадрокилл для Флита. 7-1. Ну, есть вопросы, кто будет выигрывать нюк? Пока нет. Вот там пишет нам в чате, что Г2 проиграли карту счет 18-15. Так Испад тоже вчера проиграл нюк со счетом 18-15. Им нужно было один раунд за Т взять. Учитывая то, как Дигнитас в той половине играли, но они в итоге и проиграли эти допы, но на вторых уже. Ну, то есть, как бы... Для меня же то фавориты, на самом деле, были в этом матче. Да и, наверное, остаются. Я не знаю. Ну, сейчас понятное дело, что Heroic имеют больше шансов выиграть. Я карт не видел, но мне казалось заранее, что... Ну, до матча. Тут должны быть посильнее, чем Heroic. Но... Как видишь, молодежь, она как бы решает, да. Но пока 2 КБ для защиты и, собственно... Что, восьмерочка для фор здесь и сейчас? Или как? Да, да, по-другому, наверное, не будет. 8 раундов атаки уже с хорошим началом, 8-1. Чувствуют, что нужно ребятам двигаться, двигать. Ну это просто даже такое залетает. Чисто тайминг высчитал, посчитал в голове, так 3-2-1. И такой бам, и все, там груза уже нет. 5-4. Ну, здесь пока аннигиляция полнейшая команды Apex. Денис. Так и пошел у нас на аркаду лобби, по всей видимости, вместе с тиммейтами постараются отжать. Перекресток. Вдоль ночных дорог, но... На аутсайде, кстати, не до контроля Марселиуса, довольно забавный угол он выбрал здесь. Экиз. Его, кстати, тоже не дождались. А тут... Простите, был неправ. 2 в 1 остается Денис. Лоу-хиты. И потеря от Алмазера 8-1. Форс выходит вперед по-прежнему и разносит по счету очень жестко своего оппонента. Ну а коэффициенты на вторую карту от наших друзей при матче-то уже 3-3 на Apex и 1-3 Форс, соответственно. Но это на вторую, друзья, если что. На нике там еще все веселее. Так что заходите по баннеру, по трансляции к нашим друзьям при матче. Чекайте котировки на этот матчап и на другие с шикарным лайфлинием, множеством событий. Обращайте на это внимание. Ну и еще одна пауза для Форса. Я не знаю, они, по-моему, это... Они их троллят. Как-то, ну... Как раз после счета 15-5 Дигнитас тоже взяли паузу. 15-5 они взяли паузу и проиграли 10 к ряду. Там... Сколько вообще пауз? У меня иногда бывает такое ощущение, что... Да-да-да, да, лишние паузы, потому что вчера тоже... миллиард. Типа, говорю, 3 паузы уже точно было, тут 4-я. А потом после 4-й еще и 5-й. Ты такой думаешь, в смысле? Не понял. Ну вот, поэтому... Я видел, что мы по фану играли на фасике какой-то турнир с друзьями. Вот, у нас выходные были или просто что-то такое. И там на каком-то турнире на фейсте давалось аж что-то там типа 6 пауз тактических. Поэтому не знаю, может быть, тоже тут 6 пауз тактических. Нет, спасибо, не надо, воздержись. И чисто, знаешь, по 30 минут, по 30 секунд, 6 пауз чисто на 5 минут. Или сколько там, нет, не на 5, на 3 минуты. Вот, да.
Но 5-3 здесь раунд начинается за апексами. При счете 8-1, правда, но все равно хотя бы что-то. Так, ну, Марселю забрал Джерри. И знаете ли, второй раунд уже не за горами, по сути-то, вещей. Но Apex, что, выпускают гуся? Кракена. Да, Марселюс в итоге отлетает. Ну и Алмазер с Кси остаются вдвоем против четверых. Снова 2 в 4. Я где-то уже это видел. Не, ну сейчас нет. А как нет? Ну, сейчас не-не-не. А что не нравится? Сейчас, ну, нельзя каждый раз выигрывать 2 в 4. Невозможно. Ну да, надо когда-нибудь отпустить. Если любишь, отпусти. И команда Force. Ну, бомбу можно установить, как бы. Этого в правилах нет. Ну вот. Но выиграть сложновато, конечно. Надо с Алмазером прыгать на Б, делать вид, что там никого. Ну, там есть молодой человек. Не, ну на уверенности, конечно, можно было бы. Можно на уверенности, в принципе, сейчас одного в мейне, другого в сайте. Так, поставить сайте. Бомбу. Ну вот, видишь, уверенность сыграла против Алмазера. Ну, ничего страшного. Это всего лишь второй раунд для защиты. Apex, как бы, не такое видали, как бы, да? И не такое, абсолютно. Абсолютно, как говорят у нас в Лондоне. Вот, поэтому будем смотреть. Будем смотреть дальше. Ну, 8-2 это все равно разгромно. Да и 8-7 это хорошо. Даже если сейчас 6 раундов к ряду Apex возьмут. 5. Ну, уже один да. Взяли, еще 5. Вот, поэтому... Ну, все равно это победа. Это победа. Кси делает минус снова через смока. Но смок Криминал продолжается. Тут уж ничего не поделать, Экис. Что, Экис, это... Мне кажется, товарищ, который хочет починить дверь. Но только он не умеет. Да, его в итоге. Ты знаешь, не просто двери чинить. Это нужно учиться на двери чинить. Да, что? Да. Давай, мастер на все руки, порезали в итоге к 7. Джерри решил, так сказать, дать фору, чтобы не расслабляться. Лол. Можно повторчик да этого увидеть? Так кто этого не видел? Кроме ну, пожалуйста. Ну, парни, ну дайте повтор, как там зарезали поиск до своего, уже за идет что? По хевену, и опять же, вот на девятке никого. С другой стороны, зачекает будку. А где там люди вообще? Ну, есть, одного. есть, падает. Под хевеном человек есть, и вот в лобби аркады видишь от Граза. Ну, контроль от Грасса с двух сторон. Бомба устанавливается. Здесь сверху вообще контролится его. Здесь со спины Алмазер. Алмазер. Одно хп не повезло, ты подожди. Ну, одно хп не повезло, но надо, чтобы везло, Марсилиус. Еще и фейскрека закрывает. Ну, здесь... Ой, что вообще это такое происходит? Жесть, как-то ребята расслабились, по-моему, в этом раунде. Не, ну, Алмазеру не повезло, он даже должен был игрока в лобби закрывать. Но он как-то открывался странно. Он не смотрел вот именно туда, он смотрел куда-то в сквик боком и переводился влево. Ну, аккуратно чекал, не было инфы про второго. Он мог быть как на высаде, так и аркады лобби, поэтому ты зря. Но была инфа по одному. Ну, по Гразу, который как раз-таки... И вот на него-то нужно было выходить, когда инфа-то есть. Так он и боялся игрока с Токсика, ну, в смысле, с радио, ну, то есть, ладно, не будем эту тему размышлять. Скай. Не, он мог там бояться только игрока с мейна. Только игрока с мейна. Потому что он смотрел именно в ту сторону. Вот, ну ладно, не суть, действительно, момент заигран. Минута 40 на таймере, с XM-очкой здесь Акис просматривает выход быстрый. В целом, на самом деле, не то чтобы, наверное, его выбор, потому что он хотел здесь взять XM и встать на будку, чтобы просматривать сквик. Скорее, просто по деньгам. Есть тоже свои нюансы, в общем-то, наверное, сложив все за и против, подумал, ну а почему бы немножко не покрокодилить. Взял XM-ку, ну и пока ждет. Но никого не дождется, форзы пойдут через улицу. А тут их ждет небольшой сюрприз, Марселиус УП. 30 хп, позиция очень непредсказуемая, но вот дождется фейска Ксмака по-любому. Ну я понимаю. Понимаю. Да, кстати, напомнили, что еще в прошлом раунде своего зарезали. А не зарезали бы своего, то вообще бы, скорее всего, выиграли. Там не было бы денег, выход на 10-2. Вы понимаете, сколько нюансов вообще, да, в этой жизни, в этой игре. Вот так вот. Эффект прикольно, бабочки. Прикольно.
И это тоже. Ну а здесь вот Марсилиус буквально ловит невероятный тайминг. Ну, тоже 3 секунды посчитал, как это делал Ксе на рампе. А здесь XM-очка, ну, дамажит, но не убивает. 11 хп остается у Алмазера, хаешка залетает мимо. Флит, Ксе пауэр, хотя бы не своих здесь закрывают. Трус убивает Джерри, там игрок с рампы как раз идет. Его нужно смотреть, но тут два уже в дроп прыгают. Дропаются вентиль, флита. Флита перестреливают, опять 2 в 2. Фарзы мастера разбазаривать ситуации 2 в 4, по-моему, и делать их 2 в 2 сразу же. Ну, могут себе позволить. Ну, подожди, ну, чё нет? Это факт. Тому как ситуация. Поменяться бы девайсами. Алмазера 10 хп, он с калашом, Максипауэра... Хотя вот в этом моменте не факт, что и нужно было меняться, потому что у 43 осталось у Ксе. Здесь бомба на диффуз, груз. Груз, бомба на диффуз, груз убивает Ксе. Надо просто ждать, надо просто ждать, убивает и хватает и выигрывает времени. Раунд. Да что же это такое-то? Ну, потому что считать до 5. 2 в 4 опять проиграли, ну фарзы. Ну, Спартак, ну, в конце концов, ну, ребята, ну, как так-то? Обидно. 2 в 4, 1 в 2 тоже проиграли. Вот так вот. Вот такие вот грустные делишки. Но, тем не менее, 8-4 уже, и все так же слабая экономика защиты, постоянные потери дают о себе знать в любом случае. Тут лишь вопрос в исполнении форс. Там выйдет, как получится. Эйкес накидывает пока смог на дверь, и, в общем-то, фарзы будут отстаиваться пока в районе лобби. Так, минута 28, Джерри. Здесь откидываются гранаты, заход через рампы. Чекают ближайшие позиции, смог прилетает, закрывает. Опять же, снайпера, и ребята разворачиваются, да, все вместе? Или нет? Одного оставляют игрокам, люркерам. Ну и пока медленно играют фарзы. Они понимают, что, в общем-то, уже сколько раундов подряд ничего толком не выходит. Хотя, да, опены есть, размены шикарные проводят в самом начале. Почему-то довести до победного конца не удается уже далеко не впервой, и... Два раунда подарили Форз, сейчас вроде как просочились пуда, и все хорошо в позиционке. Ты посмотри, да, Эпикс просто могут уходить на сейв. Ну да, там денег нет. Там денег нет, единственная задача сейчас... Так у них каждый раунд денег нет. Ну а что делать? Жизнь такая. Кому-то все, кому-то ничего. Вот так вот. Девятый за Форзами. Ну не, это правильное решение, потому что, ну, идти выбивать 4 в 5 шансов немного, денег там нет действительно, и под конец половины первой проводить такой вот бай, это, наверное, непросто. Поэтому сейв. Девятый за Форзами. Вот, видишь, сколько у них денег бы было? Что бы они на эти деньги могли себе купить? У них каждый раунд такая же история, Саня. Только пирожок с маслом, наверное. И то, булочку сакари с маслом. Сколько она стоит? Я помню, когда я в школе учился, так. Она стоила прям дешево. Сейчас я что-то зашел в цены. Зашел в цены? Нормально. В магазин посмотреть цены, они... Сейчас там булочка стоит, как две пиццы. И как тебе в ценах, пиццы. Нормально? Ой, цены вообще норм. Шик, блеск. Флит готовит в итоге банки с раскидом. В общем-то, да, Heaven Molik. Марселиус рампу Б отчекивает с авиком. Сетап КТ вроде как соло, аутсайд и три пуда. Байтит Марселиуса вовсю и, в общем-то, заставляет двигаться. Он это дело не особо-то и любит. Так, груз не отпустит. Джерри не отпустил. 4 в 4. По итогу, плюс есть инфа приблизительная по снайперу, который стрелял в начале, что он на Б находится. Ну и во всяком случае, что там есть снайперская винтовка. Акес открывает скрик. Его слышали. Слышали, что скрик открылся. И будут сейчас смотреть и будут забивать. А втором не знают. А трус не уйдет. Еще и прострелом Савика. Там дверь-то закрыл, а дверь с дырочкой оказалась.
Ну, теперь. Уже. Вот, поэтому 4, нет, 3 в 2, бомба устанавливается. Отлет, денег нет, последний Марсилиус, надо сейвить авик. Это 10-й и, скорее всего, 11-й для команды Force, потому что бай там будет очень сомнительный на последний раунд. Ну, то, что скудно, это точно. Но, с другой стороны, авик на подсейве. Авик на подсейве, сказал я. Ну да ладно, с другой стороны, друзья, вы можете, в принципе, ознакомиться с шикарным лайфлинейным множеством событий с приятным бонусом от наших друзей при матче по баннеру по трансляции, так что кликайте, смотрите на разные котировочки, может, какую информацию для себя почерпнете, ну еще и, в общем, установите мобильное приложение, в котором будете, благодаря которому будете в курсе всех событий, вот это точно. That's true, Аниша. Я не true, я, к сожалению, не true. False. Undefined. Вот так вот, интересно. Денис все-таки находит здесь флита. Марсилиус. Марсилиус закрывает фейскрека. Так, ну, выиграть full buy easy. Выиграть buy против пистолета двух фармилок не easy. Ксепауэр закрывает Марсилиуса. 3 в 4. Меньшинство для фарзов. Алмазер здесь груза найдет, ой, найдет груз, если будет только просматривать, да, просматривает. Вот она СГшка, которую мы не очень-то часто в последнее время наблюдаем, прям ушла на второй план. Абсолютно. Ну, 3 в 3 теперь. Секрет чекает. Вроде там трус показался на секундочку. Но Ксе, не знают о трус. Не знают о нем, одного закрывает. Бомба сваливается к стене размене, причем на ноге Савика. Закрывает Алмазер здесь еще и Дениса. 2 в 1. И вроде как сложный раунд. Потихонечку становится чуть полегче для фарзов. Но если они пойдут на Азис Акис в близкой позиции с МПшкой. А куда они идут? Они идут... Вообще не ясно, куда они идут. Они идут на базу. 30 секунд. Ну, на Б можно успеть в целом. Но пойдут они на А. Здесь Акис в мейне. Ой, Акис решил на Б пойти. Вообще такие тайминги безумные. Разминулись, да. Ну и Акису здесь будет сложновато, конечно. Уже по такому таймингу это через вентиля только идти. Ну и нормально. Давай, Акис, давай. Это Б, друг, давай. Точно. Хорошо, где бомба-то? Вот так вот. Незадача-то какая, а? И диффузов нет, и это Б. В смысле, да, вот это, блин, не повезло, Акис, конечно. Обидно. 11-4, 11-й за Фарзайм. Слушайте, не знаю, объективно, для кого делали бомбы разные на А и на Б? А видишь, люди до сих пор не адаптировались, это им в радугу надо поиграть, там вот это, легко научишься, все. Причем это сделали, ну, года полтора, наверное, назад. Не, меньше. Год максимум. Меньше? Ну, год назад, да, может быть. Ну, короче, ну, я к тому, что не то чтобы очень давно, но уже время не, прошло все прилично. Еще это не актуальная штука, как можно было бы помочь разобраться, где же находится бомба. Потому что бывают такие ситуации, да. Ты знаешь, вот прям, ну, бомба, которая на А звучит, которая на Б звучит? Ну, я на самом 100%. Деле... последнее я время просто вообще до конца не очень. Да вот именно что, там такое различие, что как бы иногда не обращаешь внимания, плюс концентрация. Ну, нужно что-то другое. Конкретно. Ну, проигроки, наверное, должны это знать. Тем ну, не вот. Менее, мне кажется, это все равно довольно сложно, даже для проигрока. Учитывая, что суматоха, да, тимспики, вот это все. Нужно какой-то конкретный индикатор для нюка специальный. Может быть, там, Bomb has been planted on A. Нет, не настолько палевно. Что-нибудь из разряда подсветочка там, да, знаешь, вот на Б горит красный, значит, это бомба на А. На А горит красный огонек, да, значит, это Б. Ну, что такое? Ну, может быть. Познавательный значок какой-нибудь. Ну, вторая пистолетка тем временем. Так, тут дуэль мастер просто. Марсилиус бежит, прыгает. Неплохо так пробежались, да, аффиксы по улице. Троих потеряли. Так, ну, на нож там уже подумал такой, ну не, ладно. Да! Легчайшая пистолетка для Force, друзья. Ну, а для вас легчайший бонус от наших друзей при матче по баннеру по трансляции. Залетайте, приобретайте интересные события. Со множеством, опять же таки, лайфлиний, коэффициентов и дополнительной информации, конечно.
XM-очка от Фейскрека. На будку, по всей видимости, пойдет. Ну и там Форса нет, выход на 13 для команды Форс. Ну, по всей видимости... Слушайте, это карта Apex, помните, да? В общем-то, их пик. Дальше это пик команды Форс. Тут уже Джерри закрывает одного, Джерри закрывает второго, их Джерри закрывает... Нет, это Ксепауэр. Но тоже не суть важна, на самом деле. Деннис с Марсилиусом. Деннис в прятки решил поиграть. Ать, не повезло, не прокатило. И Джерри убивает еще и Марсилиуса. И там просто террорист решил упасть вниз, потому что, ну, сверху лежать... Не камильфо. Вообще. Ну и чего? Продолжение. Будет или не будет? Надо у Апекс спрашивать. Ну чё там, парни? Ну чё? Да я тебя спрашиваю, Крин. Ну чё там, продолжение будет? Да и какое продолжение? Ну вторая карта будет, да. Вот тебе продолжение. Пойдёт? Понимаю. Мне кажется, другого продолжения не может быть здесь. Я говорю, у нас есть заявочка на самый быстрый мальтовский день. Не, ну самый быстрый матч был у Мибор всё-таки. Не, мальтовский день, не матч. Полноценный день игровой. Флит закрывает груза, потому что пока 2-0-2-0. Здесь, причем 2-0 вообще один разгромный, там, не знаю, сколько, за полтора часа, наверное, закончили карту. Матч. Притом, при всем, что мои последние две смены постоянно один трейн, полтора плюс часа. Ну, как бы, извините меня, это что такое? М? Ну вот, надо же сегодня выравнивать. Так от перемен мест слагаем, сумма не поменяется, все равно у нас матч не сильно рано начинается. Но все равно, не знаю, как... Что ты не знаешь? Что? Что? Я думаю, что сейчас будет... Эх. Ну ладно, не суть. Не суть изменилась картина. 14-4, друзья. Разгромно. Форзы красавцы. Не, молодцы Форзы, реально. Ну, то есть, мы горды за вас, парни. Теперь еще даст второй проводить, выходить в полуфинал. И... СНГ финал, эспада Форс. Чешу. Ну или Винстрайк. И... Да простит меня дядя Дмитрий. Ну, но... наверное, все-таки... Испада все-таки посильнее будет, чем Винстрайк, как мне кажется. Ну, а Хуч сейчас стенды нет, да? Или нет? Почему? За... Никель все, подписан. А, Никель подписан, все, добро, да, точно. Я видел, что просто первое время Хуч стендынил. Ну, там были свои заморочки, опять же, давай. Все-таки по игре у нас тут свои птички. Пистолетный бай для Эпикс. Ну, по факту, отдают 15, если ничего, никакого чуда не произойдет, да? Чудо и не произошло, Джерик, все три минуса, размен от Граза, ты же видишь тени. Ну, Фейскрак, ну, Фейскрак. Ну, а что, в тень стрелять? Ну, получается, так, стоять. Ну, Дигл, капризный пистолет, все мы прекрасно знаем. Ну, извините меня, зато в голову с первого раза, вот так вот. Более... Так 9 тоже в голову с первого раза, держу тебя в курсе. Так 9? Дистанции, да. Я сейчас мейню, так сказать, рект 9, и он бахает только так. Лучше, чем любой АК-47 или фармилка. Да, ну, против да. Хедшота? Да, в смысле, да, против, да. Если с близкого, там, очень близко стоять, ну, в упор, то шотает. А ты как играешь с так 9? Ты же не будешь на дистанции стреляться, правильно? Правильно. Ты бежишь на ноге, просто пау-пау-пау. Ну вот на таком расстоянии против мейна он не заваншотит человек с каской, это 100%. Заваншотит. На, да, как хорош, он убил Алмазера, да, заваншотит. Нет, я не уверен. Надо посмотреть бронебойность, но это звучит как сказки какие-то. Ну с упора прям конкретно. Он 99 может снять иногда, но прям если четко сработать, будет крепко. Ну, там уже 15 раунд прилетает для Фордов. Так. Не, хотя, знаете, вот возможно, вы все-таки правы в плане того, что тег не шотит, потому что у меня на мышке дабл-клик, и, возможно, реально у меня это дабл-клик выходил, но я могу сказать, что тег вот по сравнению сейчас с Бруджин 2, добро, для меня это мощно. Близко, вот прям вблизи, в броне 119, да, убивает, и правда. Я же говорю. Ну это что-то... Так имба, это вы попробуйте, жесть. Конечно, меня очень многие критикуют за то, что я на девайсных играю онли с теком, но так это очень жесткая штука. Прикольно. Мне почему-то казалось, что не будет он ваншотить. Но да, ваншотит, слушайте, без сказки 132, в сказке 119. Как-то и патронов каска... 18, а трав с тем временем закрывает Алмазера. И как видите,
Заход туда сейчас вроде открывается, но... Ой, Экей забирает твои искрока, Джерри тоже что-то это просерфил и... Видимо, первый Далайс на Эпик сорвут. Ну да, только толку от этого. Ну, вчера был камбэк с 15-5. С 15-4. Сегодня с 15-6 камбэк, но нет, ты зря. Да не, ну здесь не та ситуация, чтобы камбэк был, на самом деле. Сейчас пауза будет. Я думаю, если будет там закупка, а там закупка будет, потому что там будет раздроп от Ксе, Джерри, Флит также может дропнуть. В общем, закуп точно будет. Главное засейвить сейчас вот эти девайсы. И все, все окей. Все окей. Два девайса на подсейве, это тоже хорошо. Да и в теории эпиксы действительно могут раскачаться. Там, может быть, кому-то ТБшечку накатить. Да, не такую классическую. Не 26. А вот СЗшка мне интересно стало. А вот СЗшка не ваншотит голову. СЗшка это вообще забей. Ну, типа, она тоже имеет очень интересный плейстайл. Но по сравнению с теком, то, что сделали с теком, не мейнить тек в 2020, это просто шутка какая-то. Я 95 сносит СЗшка. Она более скорострельная в другом плане. Но опять же, стек, если вы научитесь очень жестко прокликивать. А если у вас еще и мышка с даблкликом, как у меня, то это вообще жесть просто. Ну, объективно, мне кажется, на чешке стреляет сложнее, чем на атеке. Нет, потому что там... нет, ты не прав. Тэг — это очень рандомная штука, но если она работает, и вы умеете правильно им пользоваться... Ну а чешка? Чешка более... Ее проще контролить. Я же тебе говорю, у тэка бывает, ты вот можешь выйти на чело, пока здесь минус атейки за поксе, можешь выйти в упор, и у тебя все мимо тела полетит соперник, хотя ты в упоре. Ну просто рандомно решит покапризничать. А пока Джерри 2 килла на заходе через мейн, и, кстати, разворот 4 в 3. Так, разворот-поворот, по всей видимости. А тут еще и алмаз. Ой, алмазер. Ну как так? Ну 4 в 2 делать и все, в принципе, выигрывать эту игру. Выигрывать этот самый нюк. Но нет, еще, по всей видимости, ребята здесь хотят повеселиться. Откидывается флешка здесь, Джерри. Ну и, возможно, надо что-нибудь... Надо бы на сейф фарзам уходить. Ну нет, почему-то... Там два винты, ну куда, ну, в смысле, как они... Ну были? Сейчас вываливаемся вместе. Два морига накидывает, красота, и все, вот что, и вывалились. И смысла в этом нет никакого. Ну и все, теперь на сейф иди. Так а что втроем не пойти было на сейф с такой позиционкой? Слушай, слишком просто. Самоуверенные фарзы могут ведь дать шанс немножечко подраскачать счет своим оппонентам, но... Опять же, им-то все равно, их-то счет не пугает, главное это что, главное победа. А вот нам с вами интересно, сколько же эта история еще продлится. Ну, сколько-то точно продлится, наверное, что там с деньгами, там 2к бай, закупка до этого момента. Ну и окей, будем смотреть, будем глядеть, будем... следить за тем, сколько еще смогут продержаться ребята из команды Apex на этом нюке. Но опять же, все равно, вы знаете, это как больше сказка, наверное, камбэк за атаку с такого счета. Я не помню. Но там защиты был, да, камбэк вчера у меня на нюке. Ну, да вот. И Dignitas тоже там устроили свои приколюхи. Ну, короче-то говоря, сейчас эко и вероятно семерочка для Apex, это уже не такой уж и грустный счет, так шаг за шагом можно было бы и реально настроиться на хорошую волну. Да читаем мы чат просто, пока нет интересных месседжей. Да, друзья, вы задавайте, возможно, какие-то вопросы или еще что-то. Пишите, спрашивайте. Опять же, чатик у нас один глаз на чат, другой на игру. Понимаете, комментаторы... Комментатор, а у кого-то не на игру, а у кого-то, как у Крейги, на... Ладно. Ну, говори, на что? Нет. Сейчас я-то все видел, а вот они не видели, они не поверят, понимаешь? На что? На тебя, может быть? Нет. Не на тебя? На кого смотреть. Ну, ладно, смотри. Сколько надо играть игр в день, чтобы прогрессировать? Столько, сколько тебе это будет достаточно для прогресса. Александр, да вы эксперт?
Да, записывайтесь на курсы, на мастер-классы. Ну, по личному опыту я могу сказать, что у меня бывает дни, когда я там могу и по 12, 13, 14 каток в день сыграть. Что, просто могу зайти до первого луза, соответственно, да. А с каких пор, Андрей, вы в КС вернулись? Я, знаешь, это наплывающими моментами. Просто как только я попадаюсь в очень интересный состав команды, набор людей, после второго раунда я вижу, что ребята играют, ну, очень и очень фигово. Мне приходится применить уникальную кнопку. Скрыться. У тебя такой нету кнопки, осуждаю, кстати. Уникальная кнопка. Скрыться. Замьютиться ото всего. И вот это кайф. Вот с этого момента начинается лютый кайф. Ну а пока все забирают Марселиуса, Фейс как забирает правду, и похоже, что первые два снифажа таки выйдут. Да, пока 5 в 3, но мы знаем, что, в общем-то, здесь ребята имеют прекрасную особенность проигрывать непроигрываемое, выигрывать невыигрываемое. Ну и, может быть, сейчас этой особенностью воспользуются. Но пока вроде не очень похоже на это. Здесь должно быть все-таки ГГ, друзья. Дэнни закрывает ксипауэра, 4 в 2 ситуация. Ну и, по всей видимости, так или иначе, Лаки за 10500, наверное, так он хотел бы эти деньги перенести на следующую карту. Но такой опции нет, извините. Половиночку, хотя бы чуточку можно на первый раунд. Флит закрывает Аки за 4 в 1. Фарзы закрывают 16 раунд за собой. 16-7. Красота. Ребят. Кто комментит матч? Друзья, все комментаторы, все никнеймы написаны всегда у нас в трансляции, вот после долгих названий. Ай, Александр, опять вы у меня обрезанные. Ну что ж такое-то, Александр? Опять обрезываете меня. Обрезаете меня. Ну, я пытался просто, почему-то кнопка не засчитывается. Да, в любом случае, фарзы круто сыграли. Ну, то есть это было хорошо, крепко на нюке. С другой стороны, могли закончить быстрее, но это был пик соперника. Я думаю, это сильных не расстроит. Любой счет, любая победа — это всегда победа. Ну, а далее нас с вами ожидает карта. Я уже опять забыл, память как у рыбки. Да, второй уже пик команды Force. С вами по-прежнему Studio Hub. Это 9-я неделя, плей-офф, Mighty Vibes. Александр Крыгин, Ричард не прощается. Вернемся к вам уже совсем скоро. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.